В микрорайоне Авиаторов открылся продуктовый магазин «Мясной стандарт». Теперь продукцию Наринмарского мясокомбината жители многоквартирных домов могут приобретать в шаговой доступности. Новый микрорайон по праву можно назвать одним из самых густонаселенных. Многоквартирные дома здесь появляются как грибы после дождя. А вот с магазинами дела обстоят куда сложнее. Жительница микрорайона Светлана Матвеевна признается, раньше за продуктами приходилось ходить на большие расстояния. Теперь товары первой необходимости можно приобрести в шаговой доступности. Сейчас все есть. Можно пойти купить. Уже не надо набираться по многу. Ну, сколько надо, купил. На день, на два, допустим. В этом отношении очень хорошо. Да и уже вот по такой погоде, как сегодня, ходить вообще очень тяжело. Не только что это сама старым, но и молодые, наверное, тоже падают. Поэтому очень рада, что открыли этот магазин. Основной ассортимент магазина представлен продукцией Наринмарского мясокомбината. Кроме того, здесь можно приобрести и сопутствующие товары. У нас программа развития торговой сети – не просто реализовывается не только в части экономического развития, но, как поручал мне в начале моей деятельности губернатор Александр Витальевич, это чтобы было и экономически правильно, выгодно, и в то же время, чтобы для населения это было доступно, удобно. То есть в шаговой близости должно быть у них все удобства. Ну а главное – обеспечивать наше население, население города хорошей, качественной, вкусной продукции. Магазин сейчас работает каждый день, кроме воскресенья. Как отметил гендиректор акционерного общества, при необходимости режим работы торговой точки изменят. Ирина Никешна, Леонид Шишелов, телеканал «Север».